Убрать последствия летних пикников предложило во Всемирный день чистоты областное министерство спорта и молодежной политики. К акции «Сделаем» присоединились 17 районов. В Великом Новгороде не стали оригинальничать и в который уже раз убирали берег Волхова от Кремлевского парка до театра драмы. Порядка трех десятков волонтеров собралось на Ярославом дворище, но по пути к ним присоединились еще несколько человек из числа обычных прохожих. Как выяснилось, новгородцы к уборке родного города относятся не с меньшим энтузиазмом, чем мусорят в нем. На самом деле рыбаки, которые сидели, тоже ловили рыбу, они тоже вставали и начинали собирать бумажки, бутылки, которые валяются. Если честно, вот ты когда ходишь по городу, не замечаешь вот этого мусора. И мы сейчас начали заходить в кусты, и в кустах там творится просто ужас. Волонтеры во главе с заместителем министра смело шли в прибрежные заросли ивняка и тщательно извлекали из них последствия летних пикников. Основная часть мусора – бутылки, упаковки и пакеты из алкомаркетов. Всего примерно за два часа набрали 40 мешков этого добра.